фрагмент урока «Интимная гимнастика в танце живота». Вагинальный шарик Bowls вводится вовнутрь вагинальный канал. По моей рекомендации для каждой ученицы индивидуально мы вводим или один шарик, или два, или три шарика. Шарики внутри. Наша задача втягивать мышцы тазового дна и выполнять некоторые упражнения. Стопы наши вне плеч, мы раскачиваем бедра вправо-влево и ускоряемся. Получается вот такая тряска бедрами. Дальше выполняем вакуум живота, втягиваем максимально живот под ребра и отпускаем. Мышцы промежности подтянуты. Вагинальные шарики мы максимально пытаемся сжать мышцами. Итак, выдох. Дальше та же тряска бедрами и выполняем втягивание верхней части живота. Поменять. Втягиваем низ живота, вверх расслабить, и та же тряска остается. И выталкиваем живот вперед. Тряска остается, а животом мы выполняем перекат. Волна животом и тряска бедрами. Если сложно сразу выполнить волну животом, мы можем помогать поясницей. Вот такое плавное движение. Подаем таз вперед и возвращаем назад. Небольшая волна позвоночника. Итак, тряска, мышцы промежности подтянуты, и волна позвоночника, и втягивание живота. Происходит попеременное втягивание верхней части живота, дальше низа живота, и отпускаем весь живот вперед.